Итак, следующая часть. Я не профессионал, но много изучала. Вот все, что бы вы не сделали с волосами, хотя бы на троечке или на шестерочке, потом на оксигенте, нужно это затонировать. Вот такой оксигент. Constant Delight. Планирую на Озоне заказать литровый. Не помню, какой фирмы. Ну, не помню. Тоже типа Constant Delight, что-то там такое. А, Тефи. И хочу Constant Delight попробовать цвет 6.1 и 6.2, по-моему, там красивый. Какой-то русый такой, пепельный, холодный. Не помню, расскажу. В общем, обязательно нужно... Чешуйки раскрылись у вас, да? Краска вся, пигмент вышел. Почему у меня не вышло светлее и в краснинку, в такую в рыжинку? Потому что 6.0, это естественный русый, там такие внутри подтоны. При том, что он вроде холодный смотрелся, темный, но внутри вот там такие цвета намешаны. Что еще хочу сказать? С мужем мы в праздники или в выходные посмотрим, как по настроению. Вот эту внутреннюю часть, также милированием. Как я делаю милирование? Фольгу заворачивала обычно, фольгу, отделяла прядки, но крупно довольно-таки дело, как такое калифорнийское милирование. Мы сделаем вот эти внутренние прядочки в фольгу, и потом тоже их сделаем красочкой. Вот. Позже закажу, вот когда уже краску у меня вот этой светлой еще останется, я буду просто светлой краской кончики чистить, подчищать. Порошок больше покупать не буду, потому что уже чувствую, что вот сделала не, ну, профессиональную маску, но такую попроще, уже поры такие открытые. Не понравилось. Что еще хочу сказать? Цвет обязательно Constant Delight покажу. В принципе, понравилась эта краска. Я ее давно-давно брала, но не в такой коробке. Что-то, не знаю, не понравилась она. Вот это какая-то с витамином С, алоэ вера, кашемир. На самом деле мягкие волосы, хоть и блонд. Естественно, этот блонд я вам показать не смогу. Я его, но не думайте, что вот этот просто блонд я вот так использовала, просто зря потратив деньги. Нет. Иначе я бы ходила, ну, все равно такая оранжевая. А тут получилась такая какая-то, не знаю, как это сказать, русо-золотистые все равно вот эти вот прядочки поверху. Вот, наверное, оттенок. Ну, тут уже все перемешано вместе. Лучше все-таки летом белые прядки я наращу сзади вот так, если прям, ну вот очень захочу немножечко милированной быть. Больше милировать.